Тысячи людей были, тысячи свидетелями этого поступка, но в газете или в журнале об этом не найти ни слова. В ту ночь, когда рухнула, наконец, Берлинская стена, праздник у немцев, великий праздник, когда Ростропович на радостях играл Сен-Санса у руин Берлинской стены, недалеко от Раптов-парка, Путин был в штабе в Дрездене, в резидентуре Комитета государственной безопасности Советского Союза. В эту ночь огромная толпа, более 5000 человек, молодые люди, пьяные, разгромили соседнее здание, штази, немецкую разведку. Они все унесли, даже архивные материалы, файлы секретные, с именами ГДРовских разведчиков. Ужасно сложилась судьба многих этих людей. Архивы оказались в руках толпы. И не только архивы. Здание было разгромлено полностью. Через стену здание нашей резидентуры КГБ. Дело давнее, я скажу. Начальник резидентуры, полковник, сбежал. Толпу увидел и сбежал. Старшим по званию остался подполковник Владимир Путин. Понимая, что сейчас толпа ворвется в здание КГБ и будет то же самое, что со штази, Путин позвонил в воинскую часть соседнюю, советскую воинскую часть, далеко от Дрездена стоявшую. С просьбой о помощи генерал ответил: «Подполковник, я без команды Москвы. Дать бойцов на охрану не могу». А Москва молчит, на наши звонки не отвечает, мы не знаем, что делать. Такое впечатление, что нас бросит. В Москве в эту же ночь в Доме кино либеральной интеллигенции был большой банкет в честь того, что Берлинская стена упала. Московская либеральная интеллигенция отмечала этот праздник банкетом до утра. Наверху, на 5-м этаже в ресторане. Действительно, толпа врывается, 5000 человек, пьяные, с банками пива в руках, врывается во двор КГБ СССР. Путин выходит к этой толпе, пытается ее остановить. «Кто вы такой?» – кричат люди. «Я переводчик», – говорит Путин. И Путин один, вот огромная толпа стоит перед ним, говорит: «Знаете, то, что упала Берлинская стена, это добрая воля нашей страны. Здесь здание, которое мы охраняем, это собственность Советского Союза. Поймите правильно, еще раз. Это собственность другой страны. Мы выполняем, мы офицеры, свой долг». Их было 8 человек, офицеров. Они по окнам, как в бойницах, стояли с оружием. А Путин с пистолетом наперевес. У него было 12 патронов в пистолете. 12 ступенек вниз. Он спустился, стоял на первой ступеньке перед толпой. И 12 патронов. Вот эту цифру 12 я хорошо запомнил. Толпа наседает. Крики. Путин говорит: «Вы знаете, я офицер. У меня 12 патронов. Один патрон я оставлю для себя. Но, выполняя свой долг, я буду стрелять. Я по-другому не могу, я офицер, я защищаю то дело, которому я служу, свой штаб». Он все это сказал и стал медленно подниматься по ступенькам. Рубашка от пота прилипла к спине. Он шел медленно, Путин, 12 ступенек, к подъезду. И ждал, что кто-то в спину ему кинет или камень, или бутылку со шнапсом. Он очень медленно поднимался. Когда поднялся, обернулся, толпа стала расходиться. Никто из немцев в ту ночь и в следующие в здание КГБ СССР не вошел. К документам, к архивам не прикоснулся. Героический эпизод из жизни Владимира Владимировича Путина. Почему мы этого не знаем? Потому что не хотим знать, как вам кажется? Потому что эти материалы не публиковались. Вот еще раз, если бы мы интересовались, нам было бы интересно, многим из нас. Вот вся эта толпа, эти 5000 с лишним людей, они все живы. Вам в Дрездене эту историю сегодня расскажет каждый, в любой пивной. Каждый. Эта история, ставшая почти легендой в Дрездене, жива до сих пор.